танк лужу разнес. Почему танк сдох в свету? Два реактор-дроида не смогли прохилить? Там еще лужа под него разлилась, прям портал был под ним. Под рожей, получается. Привет, ребята. Мы все вышли в портал, там лужа была. Я вот вышел тоже в портал, там лужа Ну была. да. Ваунчер обновляется, короче, 70 мегабайт. Метка дается заранее, блядь, а не когда портал. Какой нахер, блядь, прошлый пул, когда я выносил метку, блядь. Метка дается заранее. Книгу не юзай, мешаешь хилить. Новый риск. Пятый пул, блядь, или шестой, мне. Кому плюсовать? Мне. Блять. Захуярили его кикер. Навара может сразу заходить. Там будет провидец. Баф, вот Навара можешь заходить. А, Навара? ДКшка вечером пойдешь. Хорошо. Не надо никаких шкафов пока что. Баф, давайте. Даю проверку. Блять, вы можете нормально на третью фазу выйти? Танка прохилить. Тьма, когда, блять, идет фаза, вы не бьете босса. Стопаете, пока, блядь, свет не начнет бить. Поехали. Какие-то половина потерянные, блядь. Хотя босс как в РБК, и то легче. Пригласить члена другой группы. Вот и не развешивайте до пула. Блять, сдохни. Метеор. Завис. Вов. Задолбали уже. Ладно, минус рога, похуй. Поднимешь, короче, старик. Блять, поднимешь, короче, Луцинь медведой. Меня не дескали. Да, блять, пока тут поднимешь. Там два танка, танки, АОЕ не давал. Ложитесь. Нету смысла куда-то бежать. Где звездопад под выход мобов? Медведоёж сдох на первом метеорите. Он метку нормально не может вынести в тьме, допустим, он выносит под ебало, босс. Потом здесь он не может перебежать, я не знаю, что. Да не надо под купол выносить, блядь, надо вынести назад под купол, блядь, а не наперед. Я ему об этом сказал уже, в личку написал, выносить назад. Типа, если ты выносишь метку, ты типа и метеор падает, надо под хвост бежать. Через хвост. Блять, если ты выносил бы назад, лезвия, даже если бы появились, ты бы не сдох. Если ты выносишь вперед, то лезвие появляется, ясен, ты хуй сдохнет. Он остался тогда в тьме, он вынес под лицо туда, но
Его не срезало лезвие, я ему сказал оставаться там, но его срезало дыхание. А чтобы этого не было, типа, надо было выносить назад. Ты сам себе усложняешь игру, непонятно зачем. Ладно. Ханя 29к бьет, дед. Все здесь, все готовы и выйдем. Ребята, вот, блядь, честно, я не знаю, для чего я вам доступ делаю к ОКХМ, если вы банально тут не можете нихуя сделать. Вам там нечего будет ловить, если вы тут банально нихуя не можете. Тут, блядь, простая механика, 3 спыла. А там, блядь, 60. Поехали. Угу. Ну, пошло. Лужа аккуратно. Звездопад сова отдает сейчас. Все мелкие сюда шли. Смотрим за следующим метеором. Метеор. Прибежал. Смотрели, куда лужа. Стали немножко правее и бьем трэш, блядь, босс. Скажешь. Заходим. Дошли все в портал. Подкручивать сейчас будешь? Следующее. Сейчас уже через 5 секунд лезвие. Правее немножко стали. Встречайся быстрее. Вот так буду подкручивать. Все, пошли за сверкой. Левее, левее, левее. Все, босса дамажим. Метку ровно назад. Так, вперед, нам куда потом выносить? Одну назад, другую наперед чуть-чуть. Лезвие опять. Ждем лезвие. Только в лезвие метку только не вынесите. Сам здесь пойду, не надо. Дамаживаем, босс. Сколько процентаж там? 1006. На 53. 55. Стопай. Лезвие. Все, дамажим. Переводим, босс. Портал. Гости. Вышли. Сразу пришли на одну сторону все. Лезвие опять. Стали, начали дамажить. 70%. Аккуратно. На пульте не достаю вообще. Подойди к боссу. Просто подойди к боссу. И ЛПшками забери. Все, стоим все в одном месте. Все сюда новые должны идти.
Дайте тьме побить. Лопните ДПС по боссу. Так, этот бьем пока что трошачок. Этот Луцинь поднимешь. Скажешь, когда заходить рестор шаман. Свет бейте. Перебежали метеор. Сивник. Шаман, заходи. Заходи. В луже выйдите, блядь. Не стойте в луже. Сука. Чё вы в луже, блядь, стоите? Адмирал Луцинь, блядь. Дебил, блядь. Трэш сливается. Тьма активнее. Удара. Трэш активнее. Ну, блядь, чё ты там, старик, стоишь? Подойти ко всем не хочешь вообще? Блин, персик там же сдох, блядь. Вот, нормально, блядь, вы поступаете. Ложитесь. В смысле? Вы меня трэш ебашит и все. Вы не можете в кучу сбежаться ко всем? Стоите два дебила. Я разъединил огонь. Я стоял рядом с вами специально, потому что разъединил. В смысле, я хуйни танк уронил. А дальше лужа была сзади. Лёг, ну там лужа была, если мы проверили. Там никак не перебежать было, да. Слышите, там за лужей можно отбежать. Я оббегал рога, только что. Я с одной стороны, оббежал, залил с другой стороны. Мы бы большого моба не доставали бы бить, понимаешь? Я бы там у левее отбежал, чтобы его бить. Все сложно, блядь. Вот как, блядь, с вами босс ебучего убивать? Сдохните во тьме. Если вы, блядь, банально не понимаете, что все, сука, должны стоять в фиту в куче, в одной куче, блядь. Ясен в хуй вы будете дохнуть. Адмирал, блядь, Луцинь, вы, блядь, нормальные вообще? Вы лужу видите, блядь? Первое, что вы должны смотреть после метеора, это куда б, сука, пошла лужа. Чтоб встать там, где нету лужи. Хила не хватает свету. У вас, блядь, 3 хила, а вообще 2 хила хилит. Нормальным рейдом. Ну, танка очень вот сильно пробивает. Блядь, танка очень сильно пробивает. Ну, 3 хила, я думаю, справится танковый хил. В смысле вам, блядь, хила свету не хватает? Вы, сука, лужи ловите и, блядь, в соло трэш впитываете тряпки где-то, хуй пойми где. Когда надо еще танка держать. Как вас едет, блядь? Это пиздец. Блядь, и 5 хилов не выхилят. Какую хуйню. Объясняю, как должен, блядь, происходить трэш свету. Сначала рога дает на пол на меня, трэш часть идет на меня. Потом мяка дает луч. Часть забирается на него, блядь, звездопадом, часть забирается на сову. И, грубо говоря, на троих человек этот трэш распределяется. Плюс еще монстры есть. Плюс еще враска есть. Трэш распределяется равномерно. Если вы пару тычек сделаете в соло-таргет, он будет 100% сидеть на вас. Даже я стоял яичкой, его, блядь, не заберу. Адмирал готов? Да. И выйдем. Встать, блядь, в кучу сложно, сука. Бегайте в куче, просто в куче. Если вы будете стоять во мне, вас никакой трэш, сука, не убьет вообще. Если вы будете стоять во мне, вы и лужу не словите, блядь. А чего шаман сдох вообще, блядь, я в душе не ебу. Как можно было сдохнуть? Привет.
Счастливого пути. За метеором смотрю. Прибежали. Крепкого здоровья. Лужа. Скажи, ты, блядь, нормальный? Единственное, что, сука, надо посмотреть после метеора, то куда лужа пошла. По боссу активнее. Шторы поднимай. Бафы сразу по нему обновить. Заходим. Заходим. Стали позиционку сразу заняли, кучнее все станет. Нихуй пойми где. За этой сверкой сейчас пойдем. Начинаю еще скрутить. Подкручиваемся немножко. Отойдите от босса подальше. Наперед, кто там приз, блядь, бежит? Я нормально бегу. Рам, блядь, ты что отстаешь? На себя босса немножко. Ну, как повернулся, поставить на сферу, блядь, повернулся уже зарезать. Вот сын, если ТБР есть, поднимешь, останешься там, блядь. Траханца настанет. Ой, блядь, браска останешься в тебе. Не заходи сюда. Последствия будет, блядь. Страшно, аккуратно. Не сдохните от лезвия, ебучего. Просто за этого. Ты кто вообще? Заметками смотрим, блин. Процентаж какой-то. 55. 54. Переводите босса. Короче, этот, выйдем туда, босса поднимешь, переводите босса. Портал. Где? Слева. Входите в этот. Вышли, метеор, блядь. Секунда. Нет, там встаньте все. Кучно, трэш, меня нету, трэш на полную. Талдорама плюс Моссу, если что. Прохиливайте. Тут зажало маленько. Мяку прохил. Больших РДД сливайте. Точно. Точно лезвие будет. Мосток. Не, все, все куча останется. На меня. Свет активнее бейте. Да. Можешь спокойно. Большой шум. 6%. Тьма, бейте. Свет смотри. Перебежали свет. Активнее, быстрее, блядь. Кучно собрались все. Смотрим, куда лужа пошла. Правее немножко стали. Я чуть-чуть получше, а? Намажьте. Прохил меня. Тьма больше. По боссу, по боссу, по боссу. Играйте, тьма побольше.
Еру во тьме дайте. Теорит перебежали. Тьма больше. Свет стол. Сейчас по трэшу. Лужа, смотрите, куда идет. Все, мобов на пол на меня. Поехали по мобам пока что. Тьма, давайте активнее по боссу. Свет больше бейте, свет больше. Уже дамажно. Нормально. Сейчас метеор, перебежали. Смотрим, куда лужа идет. Локи, левее чуть-чуть, встань, пожалуйста. Дошли немножко. На пол на меня. Рахил. Нормально. Этот трешак потом добьется. Бейте. Босса, тьма поактивнее. 10%. Я знаю. Бросай 50 секунд. Нормально все, бейте босса. Тьма, тьма, активнее, активнее, блядь, старайтесь. Давайте свет давите. Наполните. Главное, трэш не сдохнет. Все боссы хуярят. Один миллион, добивайте, тьма сильнее. Да, нельзя было так сделать. Апокалипс. Сложно, блядь, с вами все как обычно, блядь. И чешка, о, топовый лут вообще. Покажите ДПС, пожалуйста. Так. Поехали. По очереди лут ролю, как выпал, так и ролю. Мейн спек. Кого приор, скажите? Сейчас, Леш, мне позвонили, сейчас я тут, но не тут. Кого приор выше всех? Япончик. Начислишь. Кто-то у нас есть с начислением. Плащ выпал, что ли? Чешка, плащ, и апокалы. Блять, япончик, короче, сам себе начислишь. Когда япончик при тебя подряд говорит, что ему нужно лучше... У меня нету прав, Лёша, дай мне права, я буду начислять. Да у меня тоже нету. Этот, старик, начисли ему 800. Так, дальше ролим. Мейнспек, плащ. Кого выше приор там? Костя. Рости начислишь за плащ, старик. И сапоги ролем. Кого выше приор? Враска. 26-24. Выше него только Моса и я. Враска, окей, еще. Враска. Начистишь враски. Все, ты за приход тоже же не давал, правильно? Я вообще ИПшку не начислял, сразу начислил. Всем начисли сразу 700 и 200 войду отними просто и все. Они как тринька стоят. Жесть. А, и адмиралы все 200 отними. В ОКХМ лететь, Лех? Да.
А то, что первый раз убил босса. Когда я... Ну, 700 ЕП. Сколько ачив было? Три. Ты двигаешь просто отец Алдарам. Чвагоны. Че, у нас мага нет, что ли? Маг. Петел, да? Так, ладно, я пошел на паладина. Кашку можешь кидать. Так, Дезурон вроде починил одну фигню, так что нормально. Лара будет бить или звездочет, или кого? Звездочет. Че, починил дронжу? Да. Ну, я ему вчера писал, он сказал, что типа починит оранжом. Что в этом плане все. Блять, босс РБК, блять, ебаться столько времени с таким боссом, блять, себя не уважать. Блять, целый 1:20 потратили на ебучего. Там должны... красный полирон никто не продает.